Добро, дорогие друзья, с вами Види. Сегодня мы поиграем в Undertale. И сегодня мы будем давать по лицу Undying. Undying, готовься! Открывай ворота, я иду ломать тебе малину. Не знаю зачем. Не знаю зачем я буду ломать ей малину. Видимо, потому что я просто плохой человек. Шикарная музыка. Так, сохраниться. Сходу. Да-да-да, ветер, воет, вся фигня. Я закупился. Я подготовился к бою. Я... умный. У меня много крабаплов. Крабапл — это крабовое яблоко. Откуда у крабов яблоки? Не буду спрашивать. Они восстанавливали по 18 здоровья, и да, я готов! Эй, Undying! Поехали! Итак, значит, больше никуда ты от меня не убежишь. Я лечу! Энгварды! Что бы это ни значило, Undying атакует! Undying! Не убивай меня, пожалуйста! Вы сказали, Undying, что вы не хотите драться, но ничего не произошло. Ну, конечно, было бы странно. Пока ты зеленый, ты не можешь убежать. Пока ты не научишься встречать свою опасность лицом. Ты не продержишься и секунды против меня. А, я должен встречать ее лицом. Лицом. У меня появился щиток, и я должен лицом встречать опасность. Пахнет как суши? А, да, она рыба. Вы говорите, Undying, что ее атаки слишком легкие. Все пули становятся быстрее. Неплохо. Тогда как насчет этого? Ну-ка, давай. Покажи мне все, что ты способна. Это все, на что ты способна. Ты можешь лучше. Ты можешь лучше, я верю в тебя. Давай. Undying подкидывает огромный кирпич, просто потому что она может. Здорово. Ты можешь похвастаться этим. Молодец, я не могу поднимать кирпичи, поэтому я просто скажу, что ты все еще слишком слабенькая. Годами я мечтала о счастливой концовке. Я тоже мечтал, и я хочу ее вам принести. Можно меня, пожалуйста, не убивать? Undying поднимает ее кулак перед ней и трясет головой. Что значит этот жест? Undying странная. Вы говорите, Undying, что ее атаки слишком легкие. Поле становится быстрее. И теперь солнечный свет почти в нашей зоне досягаемости. Yes! Я пока отбиваюсь, но все становится серьезнее. Вы говорите, что атаки слишком легкие. Пули становятся быстрее. Я не дам тебе забрать его у нас. Я и не собирался! Undying показывает в небеса героически. Мне можно восстановить здоровье, но я не буду. Я не буду. Я буду играть рисково. Вы говорите, что атаки слишком легкие. Ты все еще слишком легенькая. Достаточно разминки! Не, давай разомнемся еще чуть-чуть! Я, по-моему, пропустил больше ударов. Съем один крабапл. Ваше здоровье полностью восстановилось. Ха, а ты серьезный противник. Да, это я. Это что, зачем? Ау! Ау! Как хорошо, что я купил новые шмотки. У меня две новые шмотки, которые позволяют моему сердечку больше оставаться неуязвимым, когда меня кто-то бьет. Это супер! Это очень помогает сейчас. Покажи мне все, на что способна! Ее пули становятся нечестными, но даже если бы ты мог меня победить. Ау, 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 ау. Вот так. Undying думает о ее друзьях и бьет кулаком по земле. Вы говорите, Undying, что ее атаки слишком легкие. Ей пофигу. Ни один человек еще не прошел Асгора. Я буду первым! Нужно быстро восстановить жизнь. Я надеюсь, у меня хватит еды. По чесноку, убивание тебя — это просто акт милосердия. Я отбился. Вот эта маленькая медленная стрелочка меня чуть-чуть настораживает. Undying трясет ее... Как вы думаете, чем? Копьем? Короче, быстро. О, боже мой. Я все отбил, я не знаю как. Надо продолжать челленджи. Вы говорите, что атаки слишком легкие, пули становятся быстрее. Достаточно! Хватит быть таким сопротивляющимся! Я хочу жить! Именно поэтому я и сопротивляюсь, потом... Отдай полегче, подруга! Вы восстановили снова свое здоровье. Из чего сделаны эти люди? Кожа, мясо, кости, 70% воды. Если тебе нужен ингредиент приготовления человека, я могу дать. В смысле, не приготовление, чтобы съесть, а приготовление, чтобы... Неважно. Undying
двигает ее пальцем вокруг ее типа шеи. Где хана? Вы просите, вы говорите, что вы просто хотите друзьями быть. Она кого-то вспоминает. Ее атаки становятся чуть менее экстримными. Любой, кроме тебя, был бы уже мертвым к этому моменту. Но я! Я настоящий супергерой! Я выживу! Обязательно! Я от всего увернулся. Андайн на секундочку улыбается. Она, кажется, начинает входить в ритм боя. Вы говорите Андайн, что просто хотите друзьями быть. Она снова кого-то вспоминает, и ее атаки снова становятся менее экстримными. Альфус говорила мне, что люди были решительными. Да, это так! Окей. Окей, окей. Хорошо. То есть, если они желтые, тогда, я так понимаю, они либо могут в рандомную локацию перелетать, либо они всегда перелетают наоборот. Сейчас узнаем. Пока что... В данный момент она летела справа, повернулась налево. Я предполагаю... Сейчас увидим. Я не знаю, но... Они как-то по-другому меняют свое направление. Вот. Вы говорите, Андайн, что я так слишком легкий. Снова пули становятся нечестными. Я теперь понимаю, что она имела в виду под этим. Да! Оно просто облетает меня вокруг и бьет меня со спины. Нечестные пули. Блин, я снова прошу тебя, не убивай меня, я хочу быть другом. Она кого-то вспоминает, ее атаки становятся чуть менее экстремными. Но теперь я тоже решительно. Я запаниковал. Я не успеваю так быстро реагировать на все, что крутится вокруг меня. Я решительно, чтобы закончить это прямо сейчас. Попытайся, детка. Попытайся. Андайн думает о ее друзьях и бьет кулаком по земле. То, что ты бьешь землю, ни капли тебе не поможет. Ты должна бить меня. Но ты не можешь во мне попасть, потому что я слишком клевый. Пули становятся быстрее. Прямо сейчас. Типа, я закончу прямо сейчас. Я очень рад, что скупил эти предметы, которые дают мне возможность неуязвимо быть гораздо дольше. Снова пахнет суши. Вы говорите, Андайн, что ее атаки слишком легкие. Как всегда. Прямо сейчас. Я не знаю, как я это сделал. Андайн снова показывает пальцем в небеса. Вы говорите, Андайн, что я так и слишком легкий. Покажи мне чего-нибудь посерьезнее, чем вот эти вот твои лилипипические вот эти вот скоростя. Давай побыстрее. Ха-ха. Вот что я думаю о твоих атаках. Еще! Давай еще! Все становится быстрее. Умри уже, ты маленький ублюдок! О, боже, господи ты мой! Хватит! Шикарный бой. Вот этот босс мне нравится. Я никогда не возьму пощаду от таких, как ты. И никогда не дам пощады таким, как ты. И никогда не надо таким, как ты. Андайн бьет, бьет копьем по земле. Хватит бить землю, что тебе сделала земля? Вы говорите, что атаки слишком легкие. Снова все становится быстрее. Ты никогда не покажешь мне свое милосердие. Ага, я стал красным. Об этом меня предупреждали в комментариях. Мне говорили, что когда ты станешь красным, чувак, просто убегай. Вы убежали. Топить? Хватит убегать! Нет, убежал. Бежать, бежать! Она выглядит как тролль сбоку. Она выглядит как, правда, огромный тролль. Вернись сюда, ты маленький панк! Как насчет? Мне надо бежать! У меня дела, которые я должен сделать! Дзинь-дзинь! Эй, что происходит? Я просто сейчас как раз подумал. Ты, я, Андайн. Мы можем как-нибудь вместе, ну, того, ты понимаешь, короче, оттянуться, да? И я думаю, что мы будем отличными друзьями. Давай встретимся у нее в комнате. Окей. И ладно, Папайрус. Я великий Папайрус! Я только что забыл, что я не тот голос ему дал. Извините. У него должен быть такой голос. Давай мы встретимся с тобой где-нибудь через 2 часа. Я приду к тебе домой, и мы встретимся с Андайном, и будем делать всякие новые штуки. Хе-хе.
Мне кажется, оно так. Он сказал, она снова сказала, типа, вернись сюда, ты маленький ублюдок. Санс, привет, помоги, Санс! Ману тоже снова поговорить с Сансом. Я не могу бежать. Она еще упадет. Броня такая горящая. Как я. Но я не могу вставаться. Андайн, она выглядит иссушенной. А, это вода. Взять кулечек воды? Да. Вы взяли стаканчик воды. Андайн, хочешь воды? Дать Андайн воду? Да, нет. Конечно, она меня пыталась убить, но она же хорошая. Она пытается спасти своих людей, она пытается спасти свой народ. Она хорошая, мы дадим ей воду. Вот тебе вода. Стоп, я прошел ее с первого раза? Эй, я просто вылил на нее воду. Только не бей меня. Привет, Андайн, я спас тебя. Мы теперь бро навеки, да? Питулю! Питулю! Все так делают, вот, вот всегда. Стоит мне предложить Питулю подружиться. Он просто берет и уходит. Вау. А чё музыка такая стала резко страшная? Здесь что-то плохое происходит? Почему именно здесь музыка такая... Здрасте! Что? Я даже не знаю, какой голос ему дать. Окей. Я хотел попить, поэтому я пришел сюда с водопада, чтобы попить. Окей. Я хотел попить, и поэтому я повторяю тебе те же самые слова. Я не знаю, кто ты, ты странный. Ты хочешь попить? Ну, давай я тебе дам попить. Вы взяли воды. На. Окей. Ты просто носишь вокруг эту водичку, потому что это не работает. Окей. Я больше ничего нового тебе не скажу. Что ты такое? Вода просто испарилась из-за жары. Стакан испарился тоже. Я сохранюсь. То, что вы видите такую странную лабораторию вместе вроде этого. Лаборатория? Где? Здесь не достает озадаченного... Как его зовут? Чувака, который с плащом в руке, он все время озадаченно выглядит и осматривается. Я забыл, как его зовут. Траволта. Озадаченный Траволта, вот. Эта лаборатория наполняет вас решимостью. Здрасте, ребята. Жду. Вы не настроены разговаривать. Я туда пока не пойду. Мне нужно пойти вниз сначала глянуть. Здравствуйте! Тра-ла-ла! Я человек с реки. Или я человек... речная женщина? Это не важно. Я просто люблю кататься в моей лодке. Хочешь ли ты присоединиться ко мне? Прокатиться в лодке? И куда мы пойдем теперь? Сноудин и... водопад. А, я не могу отказаться. Ну давай в Сноудин. Тогда мы отправляемся. Тра-ла-ла. Не ходи сзади домов людей. Ты можешь быть... ты можешь принят за... Что? Мусорный бачок? Не ходи сзади домов людей, потому что ты можешь быть принят за мусорный бачок. Даже со мной в жизни такого никогда не происходило. Меня никогда не принимали за мусорный бачок. Меня много за кого принимали. В детстве меня даже принимали за девочку. Но за мусорный бачок!
То есть в тебя просто начинают кидать мусором? Приходи еще раз. Тра-ла-ла. Тра-ла-ла. Хочешь покататься? Прокатиться в лодке? Да, нет. Куда мы пойдем сегодня? Снова обратно. Тогда мы и отправляемся. Я... Ладно, это, видимо, местное такси. Человек, речной человек или речная женщина. Тра-ла-ла. Темми деревня. Комната перед последней... Перед последней комнатой с фонариками. Ну, она мне рассказывала, как туда попасть. То есть, этот персонаж... Он наш таксист, но также он рассказывает нам всякие штуки. Тра-ла-ла, приходи еще. Обязательно приду. Ты приятный собеседник. Нет. Здрасте. А что у нас здесь? Добрый вечер! За мной следят какие-то камеры? Камера прямо на мне. Это вы? Нет, блин! Мамка твоя! Это вы? Ну да, очевидно. Причем именно мой фейс. Что он здесь? Слишком темно, чтобы увидеть, что возле стен. 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 Ну, ясно. Я не могу двигаться. Добрый вечер? Кто? Ты? Ты похож на маленького рептило... Ау! Боже мой! Я не... Она так прыгает вокруг! Я не ожидал увидеть тебя так быстро! Я еще не помылась, и... Я почти не одета, и... все так запутано, и такие проблемы! Привет! Я доктор Альфус! Я азеровский королевский ученый! Я не дом с плохих ребят. Вообще-то, раз ты пришла из руин, я следил за тобой через мою консоль. Твои бои, твои друзья, все. Я вначале хотела тебя остановить, но я смотрела просто кого-то на экране, и я начала чувствовать себя с тобой связанной. Так что... Теперь я хочу тебе помогать. При помощи моего знания я могу провести тебя через все эти земли. И я знаю путь к Асгаровской комнате без проблем. В общем-то, есть одна маленькая проблема. Что такое? Долгое время назад я сделала робота по имени Метатон. Но вообще-то я создала его, чтобы он был... развлекательным роботом. Но... Знаешь, эти роботы, они иногда сходят с ума и нападают на людей, да. Ну ты знаешь, такая роботическая ТВ-звезда или что-то вроде того. Ребят, кстати, скажите, хороший ли голос я дал до Альфуса? Я не уверен. В любом случае, я хотел сделать его более полезным. Полезным. И ты знаешь, я просто... Такие маленькие практические улучшения. Теперь он хочет меня убить, да? К примеру, античеловеческие боевые штучки. Да, я когда увидела тебя, когда ты приходила сюда, я решил, немедленно решил все убрать, но... Я не убрала все эти фишки. К сожалению, я сделал огромную ошибку, когда выключала их. И теперь он неостановимая убийственная машина, которая хочет убить человечество. Но, к счастью, мы можем не напасть на его след, и он в нас не ворвется. Он сейчас ворвется в стену, да? Ага. Ты слышишь что-нибудь? Да! Похоже, нам хана! О, ноу!
Оу, да. Добро пожаловать, красавицы. На сегодняшнее... Надо ему дать голос робота. На сегодняшнее шоу вопросов. Я слышал эту музыку. О, боже мой. Я могу сказать, это будет великолепное шоу. Кто вдруг не понял, по голосу. Тут у него слышно прям... То есть он должен звучать как машина. Все сегодня получат огромнейшее ощущение счастья от этого шоу. Поприветствуем нашего нового участника. Ты никогда раньше не играла, красавица? Может, прекратишь делать это рукой? Не проблема, это легко. Здесь есть только одно правило. Отвечай правильно. Или ты умрешь. Клевая музыка, я ее слышал тоже у меня в МП3-шке. Метатон атакует. Метатон? Плакать? Плачь против правил. Давай начнем с легкого вопроса. Какой приз... Какой приз за правильный ответ? Больше вопросов? Правильно, ты правильно все понял. Наши вопросы продолжаются. Мне нужно придумать я видео в следующей серии, я Метатону дам другой голос. Хотя, может быть, вам такой нравится, напишите в комментариях, но я бы хотел сделать ему еще более такой роботический голос, и мне нужно будет подумать, как это реализовать. Плакать. Плачь против правил. Здесь твой великолепный приз. Больше вопросов. Какое настоящее имя нашего короля? Лорд Флаффи Банс, Фузи Пушовер, Асгард Дримур, доктор... доктор Дружба, Асгард Дримур. Сегодняшнее шоу вопросов продолжается. Я так понимаю, кричать нельзя, давай попросим пощады. Достаточно о тебе. Давай поговорим обо мне. Из чего сделаны роботы? Металл и мэджик? Надежды и мечты. Сахар и специи. Надежды и мечты, сахар и специи. Там еще было гвозди и винтики и металл и магия. Сегодняшнее шоу вопросов продолжается. И вот другой легкий вопрос для тебя. Два поезда, поезд А и поезд Б вместе перемещается из станции А в станцию Б. What the fuck? Стоп! Она показывает, Альфус показывал нам, я не знаю как, Д. Она типа такая, Д. Прям под музыку танцевала. Сегодняшнее шоу продолжается. Не считай на свою, не надейся на победу. Как много паук... Как много мух в этой... банке. А. Она помогает мне! Доктор Альфус, спасибо! Сегодняшнее шоу продолжается. Давай поиграем в игру на память. Что это за монстр? Фрогит? Метатон? Он мне показывает Д, но это Фрогит! Ладно. Шоу продолжается. Но сможешь ли ты сделать этот? Что? Что ты скажешь призраку? Альфус ничего не отвечает. Время идет вверх, и все ответы одни и те же. Ну, я думаю... А, да! Эх, е! Ну да, правильный ответ. Я очень люблю это. Сегодняшнее шоу продолжается. Вот еще один легкий. Как много букв в имени Метатон? С? Конечно, это легко для тебя. Время
вытащить наши тузы из рукавов. В... Она говорит, типа, о, да, я знаю, это там что-то айскрим, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. В новой видеоигре... А, в новой свиданческой игре... Что-то там... Альфус. Ты не помогаешь. А, ты ведь не помогаешь нашему участнику, не так ли? О-о-о, тебе надо было сказать мне. Я задам вопрос. Ты будешь уверен? Ты точно будешь знать на него ответ? Что? А, на кого? В кого влюбился доктор Альфус? Андайн, Асгор, человек и не знаю. Я не знаю? Не я. Хотя, возможно, я. Не Асгор. Не знаю, ну пусть будет Андайн. Видишь, Альфус, я говорил, что это очевидно. Нет! Я ответил на рандом! Даже человек понял это. Да, она... Да, она выцарапывает ее имя на всех своих блокнотиках. О, это мило! И она называет программируемые переменные ее именем. Ууу, это серьезно. Она даже пишет истории, фанфики о их обоих. Когда они вместе, типа, в этих фанфиках шарят хорошую жизнь. Вероятность любви 101%. Шанс ошибки 1%. Но. При помощи... А, доктор Альфус помогает тебе. И это шоу не имеет никакой драматической напряженности. Мы не можем продолжать. Но. Это был просто пилотный эпизод. В следующей серии больше драмы. Больше романса. Больше... расчлененки. Можно без последнего? Вот последнее, вот вычеркни у себя в блокнотике, ладно? Первая драма, романс, это здорово, но вот, мясорубку вот вычеркни. Спасибо. До следующего раза, мои дорогие. И он улетел. Ну, это было что-то. Это было что-то. Это было что-то. Действительно, это было что-то. Мне нравится Метатон, мне нравится Альфус. Два новых клёвых персонажа. Ну ладно, мы в следующей серии уже продолжим. И я надеюсь, что вам понравилось. И я надеюсь, что вы вдарите мужицкий лайк по этому видео. И если вы девочка, то сделайте нежный тюк по нему. Ну а мы увидимся с вами в следующих сериях. Всем пока и удачи.